господа, встречайте, белорусский боец в ринге, Владислав Ковалев! Красном углу ринга, боец, который дебютирует сегодня, чемпион Ирана по карате К1, чемпион мира по карате, неоднократный победитель международных турниров по карате, 33 года! Мазияр Эльхам Вармезани! Синего Луинга, белорусский боец, Академия ММА Речица, кандидат мастера спорта по вольной борьбе, мастер спорта по панкратиону, бронзовый призер чемпионата мира по панкратиону, серебряный призер на этапе Кубка мира по боевому самбо турнира класса А. Чемпион республики Кубка по боевому самбо. Дамы и господа, 25 лет, Владислав Ковалев, республика Беларусь. Встречайте! Рефери в ринге Евгений Олешковец. Внимательно слушаю команду, правила не нарушаем. Полка. Итак, 10-й бой, ну тут что уточнить у Рана, моего старого товарища, как раз хороший вес, хороший дому, команды в том числе. И Мазияра, Мазияра я имею в виду, что здесь Ирана и чемпион мира по шагам. Мазияра, бой! Забирать. Да, 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 да,
Ой, 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 ой
поле. В 10-м бою вечера, в 3-м раунде,
нокаутом побеждает боец из Ирана.